Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hard Rest Info. В данном видео я вам расскажу, как подключить устройство EcoFlow River 2 Pro к приложению EcoFlow. Для этого зайдем в приложение EcoFlow, нажмем «Добавить устройство» и включим наше устройство EcoFlow River 2 Pro. И после этого, как вы можете заметить, в разделе «Другие устройства» будет данное устройство. Нажмемте на нее, идет загрузка. Впишем пароль от нашей сети и выберем нашу сеть. Идет загрузка, нажмем «Обновить». И нажмемте «Дальше». Идет подключение устройства к сети. И как можете заметить, мы подключились к данному устройству. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!